Ролик озвучен командой «Безмеж» на студии LSD Records. Я считаю, что страх на самом деле является частью моего набора инструментов, и я пытаюсь культивировать его, чтобы сосредоточиться на том, что происходит вокруг меня, и, следовательно, обнаруживать потенциальные опасности. Вы должны выявить и даже принять страх, потому что он существует, чтобы помочь вам использовать на максимум ваши чувства. Действительно важным компонентом этого страха является знание своих навыков и их пределов, и, следовательно, возможность проверить, оправдан ли этот страх или нет. Вначале я обычно спрашиваю себя, идентифицировал ли я все потенциальные опасности, и если да, есть ли решение для каждой из них. Сначала подумайте головой, а затем, как только вы это подтвердите, доверяйте своей интуиции, которая подскажет, все хорошо, стоит ехать или нет. Итак, все огни зеленые, и я решаю, что все в порядке. Я бы сказал, что это самый страшный момент из всех, потому что это то место, где вам нужно совершить обязательство, это то место, где эмоции самые сильные. Так что найдите минутку, чтобы вдохнуть и выдохнуть весь воздух из легких, потому что это успокоит вас и поможет вам больше погрузиться в настоящий момент. Увидимся внизу! Первые несколько поворотов всегда немного пугающие, но затем, если вы сделали свою работу правильно, если вы правильно подготовили все в своей голове, вы попадаете в свой поток, где все происходит само собой. Я обычно называю это режимом видеоигры, и это, как мне кажется, волшебный момент, который так важен для фрирайда и который отключает от всего мира вокруг вас. Если тебе понравилось видео, поставь лайк и поделись им со своими друзьями, а также подпишись на канал и напиши комментарий.